Добрый вечер всем подписчикам и тем, кто еще не успел подписаться на канале Игорек Малышок. Сейчас я хочу вам рассказать про вот этот красивейший, оригинальный альбом «Дневник для новорожденного». Его я придумала сделать еще давным-давно. У меня были под рукой небольшие лоскутки ткани, очень красивые, под бархат. Цветные распечатки, вот такие розочки. И много всяких лоскутков еще, допустим, вот бисер. Лоскутков ткани и дополнительных аксессуаров. Это бисер, пайетки, органза, лента специальная декоративная. Ну и всякие другие штучки. Вот смотрите, что в него входит, в этот альбом. Этот альбом вообще предназначен для хранения всех памятных вещиц, которые нас ведут от самой беременности до родов и после. До, можно сказать, до того момента, пока на ребеночка я не завожу портфолио. То есть у меня на всех детей заведено портфолио. У меня это ребенок четвертый. Первые трое имеют свое портфолио с детского садика, которое обзор я вам покажу чуть позже. Ну, этот канал, так как самого младшего Игорька, мы расскажем о нем. Вот смотрите, что же в него входит, в этот альбомчик. То есть я его сделала полностью своими руками от самого нуля. То есть ничего не покупалось, все делалось, ну, покупалось, имеется в виду, материалы покупались, а остальное все делала я сама. Вот смотрите, это бантик. Бантик тоже он из, ну, какой-то шелковой ткани. Затем идет, смотрите, вот такие детальки в виде звездочек. Это кармашек. Это кармашек, как вы заметили. В этом кармашке я храню бирочку. Вот смотрите, это моя бирочка, да? Здесь написано Светлана Владимировна Комлева, 22 февраля родила, 21.35 мальчика и врач с акушеркой. То есть на первой страничке хранится бирочка с рождения. Вот, она здесь. Это такая первая страничка. Вторая страничка у нас хранит в себе тест на беременность. Вот, который показывает, вот такой тест я делала, Клеоблю, который показывает, что я беременна, плюсик стоит там, ну, плохо уже видно, так как он уже, тест, сейчас уже ребеночку 5 месяцев, его уже, он уже выцвел. Затем хранится вот такая вот открыточка с рождением ребенка, который меня опоздал, это наш роддом, кстати, вот такой красивый, видите, цветной сейчас, в Тольятти, в Автозаводском районе. Его покрасили. Ну, уже не первый год, конечно. Ну, вот просто красивая открытка. Здесь тоже указано. Так, роды какие по порядку. Кто рожал, когда. Рост ребенка вот 49 сантиметров. Вес ребенка 2 килограмма 750 грамм. И время, когда я родила. В 21.35, 22 февраля. Здесь еще есть, вот смотрите, такое фамильное древо. То есть его можно потом будет распечатать фотографии, заполнить, наклеить дедушек, прабабушек, самого ребенка по центру фотографии, братьев, сестер. Ну, в общем, если будет время, я это сделаю, вам потом тоже покажу. Так, кладу на место я. Это тоже кармашки. Я предусмотрела специально побольше кармашков, чтобы можно было туда всякие штучки вкладывать. Сердечко это тоже кармашек. Ну, вот тут у меня такие штучки, они шевелятся. А, нет, я уже приклеила. Это снежинки, так как он родился зимой. Тут в основном много снежинок. Вот видите, вот снежинка, вот тут всякие золотые. Так, дальше, ну я пока выниму, чтобы они не мешали вот нам. Тест и открыточка. Следующий кармашек здесь тоже еще самый маленькое сердечко. И
чуть побольше кармашек. Вот в этом кармашке, догадайтесь, что? Конечно же, это пуповина. Смотрите, какая она. Она еще не совсем даже засохла. Видно, что тут есть зеленка, да? Мазала я зеленкой. И сначала перекись, потом зеленкой обрабатывали мы. Пуповина, кстати, у нас очень быстро отпала. Ну, по сравнению с предыдущими детьми. Ну, с первым только у меня тоже быстро. Это котенок вот к нам идет в гости. То есть пуповина где-то отпала у нас на третью неделю. Но я считаю, это быстро. Для меня это быстро. Это пуповина. Так. Дальше. Это рядышком кармашек. Вы видите, да? Видите, две палочки торчащие. Ну, не палочки, а такие. Две. Ну, не знаю, застежки, да? Это на ручку и на ножку. Вот. Бирочки две. Да, их тоже я сохранила. Вот. Так, ну давайте складывать все на место, пока я сложу. И еще кое-что. Ну, то есть здесь альбом, он в основном вот как бы от рождения. Тут можно до страничек добавлять. Вот вторая страничка. Здесь уже у меня о предыдущих детях информация. Я вложила пока тоже сюда. Это идет, смотрите, здесь у меня. Идет зуб у моего сына, когда выпал вот Елисей. Это второй сын, 8 лет. Зубик его. Затем зубик еще. Один зубик у меня. Вот здесь зубики хранятся. Видите? Здесь, кстати, кармашек сбоку еще есть. Вот он, кармашек сбоку. Видите? Тоже эта ткань. Все. Такая ткань красивая. Уголочки я отделала, видите как, чтобы они выделялись. Тоже тканью. Все я с помощью клея, ничего не пришивалось, все приклеивалось. Делала. Так, здесь розочка. Ну, розочку я тоже из ткани вырезала. В центре пайетка. Так, с другой стороны тоже у меня еще один кармашек. Тоже. Тут я пока вот сейчас только на стадии подготовки этого альбома. Он будет, конечно, интересным. Я буду дальше показывать вам обзор, что будет, может быть. Я еще придумала с ребенком сделать отпечатки рук, ног пальчиковыми красками. Тоже это покажу. Ну вот видите, странички тут есть, да? И последняя страничка здесь, она пустая пока. Ну тоже, может быть, что-то здесь будет интересное. Я думаю, может быть, даже на иголочках какие-то фрагменты фотографии сюда приколю. Вот здесь тоже у меня, смотрите, как в стиле даже, ну я не знаю. Так как красиво мне нравится стиль, да, надписи, рисунки, изображения, как фотография, да, не фотография, как открытка старинная, тоже приклеенная, приклеенная на картон и тканью вот тоже я обклеила. Вот, смотрите, с другой стороны самый последний, да, не стороны, а обложки, обложка вот такой ленточкой я обклеила ее, да. Красиво с одной стороны и с другой. А это идет у меня, то есть это лента декоративная, а это, ой, как она называется, забыла, кружево. Вот это кружево у меня. Так, ну и что, и торец. В принципе, здесь ничего нет, он пустой. То есть вот такой прекрасный альбом я создала для своего сыночка. Вот. Техники handmade. Ну, рядом лежит у меня корона, которую вы уже видели в предыдущих видео. Это мы купили ему на 5 месяцев тоже из фетра. И тоже это сделали по-быстрому, ну, за 15 минут. Конечно же, альбом я делала гораздо дольше. Может быть, даже не один, не два, не три дня. Постепенно материал накапливала. Идеи приходили постепенно, как это все будет выглядеть. То есть это уже работа не одного дня. А это у меня, ну, так скажем, на 5 месяцев сфотографироваться для антуража. Ну все, вот такой альбом я создала. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то ставьте лайк. Если нет, то нет. Все, спасибо вам за просмотр моего видео. Жду вас еще на своем канале. Игорек Малышок. Пока, ребята, пока.